12 кілометрів від Києва. Містечко Білогородка. У цьому будинку мешкають герої нашої програми. Звичайна шоста ранку в родині Коршунів. Мама Іра, здається, знову не виспалась. А попереду ще цілий день. Маса нет, опять на рынок. Звичайний день заклопотаної домогосподарки. Це все закінчиться. А ось і матусина радість прокинулась. Сынулечка, что хотел? Давай мама мяско даст, давай. Нет. Ну как нет? Что ты будешь голую булочку кушать? Больно. Ира, у него обратно понос. Что ты делаешь? Чем ты занимаешься вообще? Доброе утро, мужчина. Да, доброе утро. Видишь, обратно. Я знаю, у него уже два дня понос. Сейчас мы позавтракаем и поедем к доктору. Ну, сегодня мы не поедем. Это истерику нужно из этого делать или что? Я в 5 утра приехал домой. У меня болит спина. Я целую ночь просидел в машине за рулем. Понимаешь? Ты предлагаешь с ребенком сидеть дома в таком состоянии? У меня тоже рука болит. И что мне делать? Сделай мне кофе. Голова сімейства Іван, таксист, розрулює будь-які кризові ситуації. Зробіть мені кофе. А ти сам зробити не можеш. Я сьогодні встав 6 часов утра. Я в 5 утра домой приїхав. В 5 утра я домой приїхав. У мене спина болить. Хто тобі не давав спати? Я на роботі сутками. А за чого понос? Із-за зірки, із-за зірочок. Ну, ми поїдемо. И пусть он определит, из-за чего у него понос. Откуда я знаю? Может, у него кишечная палочка, может, у него еще что-то. Может, что-то не то просто съел. Ты дома можешь надо мной издеваться? Здається, Іван більше часу приділяє машині, ніж Ірині. Ох ты, ё-моё. Сыночка, а что ты хочешь, мой хороший? Что ты хочешь? Ты долго будешь плакать? У тебя животик болит? А что у тебя болит? Зачем ти маму б'єш? Баба Валя, мати Івана, під шумок намагається дезертувати з цього пекла на роботу. Що ти робиш, син? Бабушка, ви куди? На роботу. Бабушка, мені ваша робота вже от здесь, от здесь сидить. Я вас, ви ж обіцяли мені допомогти. Нужно на ринок з'їздити. Малого понос, что мне делать? Я с Ваней хочу поехать в больницу. Нужно приготовить что-нибудь покушать. Ира, ну я же человеку пообещала, ну не могу я остаться, Ира. Ну пойми, давай завтра. Давайте попозже пойдете хотя бы. Ну хотя бы мы съездим в больницу с ребенком. Ну я, у меня уже просто опускаются руки. Ну ладно, я позвоню. Баба Валя погоджується залишитися на кілька годин, аби допомогти Ірині. Ще один помічник, дідусь. Ой, погодка. Проводить час із користю для здоров'я. Треба хоч перекурити. Оля! 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 Опять этот комп'ютер. Оля! Ти взагалі мене слышиш, що я тебе зову? Хто? Помоги мені, дочь, хоч ти, пожалуйста. Зараз я доіграю і прийду. Давай маме картошечку почистишь, нужно что-нибудь позавтракать. А не ты сидишь мне вот это вот за компьютером, сколько можно за ним сидеть? Сейчас я доиграю и приду. До остаточного уривання терпецю залишилось 3 секунды. Ты серьезно? Да я лошадь, на мне пахать надо.
Вот я тебе и объясняю, что нам нужен семейный доктор. Я понимаю, что ты на работе, тебе некогда ребенка повезти к доктору и самому съездить. Мне когда ездить к врачу? Маршрутка, знаешь, я не поеду, извини. Я его сегодня вызвала, так что извини, но придется принимать. Потому что у меня не времени, и у тебя, как я вижу, его нет. Ездить по докторам. Поэтому он придет прямо к нам домой. Понятно? Тебе психиатра надо. В основном, а не доктор семейный. И тебя да? тоже пусть посмотрит. Давай. Ось і настала ця урочиста мить. Борис Скачко, власною персоною. Добрий день. Добрий день, я доктор Скачко. Наконец-то, заходіть, а вас і ждем. О. Синочка, это к Привет. Тебе. О, казак. Это ваш самый маленький пациент. У нас уже два дня ходит по жидкому. Это просто какой-то ужас. Больницу нам Добрый нет. Добрый день, Иван. Это мой муж, который вечно болеет. То у него спина, то он больной, то он дурной, то у него еще что-нибудь. Слава богу, с ребенком у нас еще, со старшеньким все в порядке. А вот меньшенький я просто очень переживаю. У меня нет возможности, и у моего мужа, оказывается, тоже, ездить по больницам. Я домашний доктор, я будем надеюсь, разбираться. Я надеюсь, вы нам поможете. Поможем. Потому что у меня уже просто нет сил. По психологии, если можно, тоже. Конечно. Потому что у меня поедет крыша. Вы готовы? Да. Да? Тогда пройдемте. За традицією, одразу до столу. Сімейний сніданок. Тепер вже із новим персонажем. Вам чай, кофе? Кофе. І персонаж, здається, вже починає втручатися у їхній звичайний спосіб життя. Кофе обов'язково з сахаром. Обов'язково? Звісно. Кофе стимулює роботу мозку. А може краще сахар з кофе? Сахара должно быть немножко больше, но кофе лучше, конечно, нерастворимый. Почему? Потому что растворимый кофе, он жестче действует на сосуды. Кофе у нас, к сожалению, пьют неправильно, у нас его пьют редко, но метко. Лучше пить небольшими порциями и часто. И чаще. Да. Тогда тонус для организма лучше. Ну, кстати, лучше всего дает, правда, не чай в пакетиках, а лучше брать листовой чай, сделан из более высококачественных сортов чая. То есть для здоровья это полезнее. Це ж треба, до чаю причепився. Хорошо, а как вы смотрите на то, что вот наши дети утром пьют молоко с сухим завтраком? Что вы насчет этого скажете? Не очень хорошо, если вспомнить старую литературу, то молоком как раз поили на ночь. Молоко хороший продукт для того, чтобы, во-первых, легко переваривается, во-вторых, он вызывает легкий снотворный эффект, и кальций, который там есть, он остается в организме. Молоко, максимум выведения кальция до часу дня. Поэтому, когда утром идет молоко, творожок, кефирчик, без разницы что, то есть любой концентрированный продукт с кальцием. Угу. Кальций не остается в организме, в худшем случае в виде оксалата в почках остается. То есть с утра хорошо переваривается мясо, рыба, птица, яйца. Это источники белка, которые фактически, на которых организм будет работать. А хорошо, оно не тяжело на желудок? Нет. С точки зрения биоритмологии, то организм готов переварить белковую пищу с 7 утра и примерно где-то до 3 часов дня. Угу. То есть с 7 вечера белковую пищу закладывать, это просто нарушить микрофлору кишечника, вызвать там как минимум дисбактериоз. Угу. М'ясо зранку, молоко ввечері. Вот. А как вы себя чувствуете? Сейчас нормально, все нормально. Как у вас давление? У меня давление космическое. Космическое. 120 на 80. Я даже попал в больницу, и у меня нормальное давление. Даже врачи удивились, как это я получил инсульт. Угу. Давление у меня. Почему возникла проблема на нормальном давлении? Это говорит о качестве сосудов. Для пожилых людей всегда был режим питания 7-8 раз в день. Была такая хорошая диетологическая школа в Советском Союзе, кардиологическая диета, 10-й стол, это 7-кратный прием пищи. Почему? Потому что много факторов влияет на вязкость крови, вот, и отсюда зависит, повышается тут же нагрузка на сердце и на сосуды. Поэтому человек в возрасте, он обязан кушать чаще, чем более молодой человек. Потому что пища, попадая в кровь, увеличивает объем крови и вязкость крови. А насосу это качать, а сосудам это выдерживать. Как только, если редко человек кушает, у него появляются эпизоды без еды, и вязкость крови очень низкая. То есть, скажем, если взять старые «Жигули» и закачать зимой летнее масло, то вы не заведете двигатель, потому что оно слишком густое в этот период времени.
А если летом закачать зимнее масло, пролетят сальники, оно просто вытечет. Нужно постепенно бросить курить. О, бабушка наша пришла. Уже проснулись? Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Валентина Викторовна. Борис. Очень приятно. Бабушка, чаёк, кофеёк? Да, кофе, да. То есть ты понял, что нужно бросить курить в первую очередь? Да. Если жінка дома и я дома, я не курю. Если вы можете бросить курить, если вы можете длительно не курить, то лучше не подкуривать. Особенно если вы покурили, если вы не удержались. И после этого идет физическая нагрузка. Как? То есть физическая нагрузка не должна идти за сигаретой. А как вы себя в таком режиме? Ой, тяжеловато очень, конечно. Белка в колесе. Да, как белка в колесе. Нагрузки, конечно, на ноги хорошие и на разум тоже, на ум. Нервный. То есть вы работаете на ногах? И 12 часов, я так понимаю. Вот. Ну, нужно будет посмотреть, как вы это делаете. Почему? Потому что есть, скажем так, поведение в этих условиях, которое позволяет вам, ну, работать не так уставая. Такое бывает? Конечно, конечно. Да, папа, судя по всему, холерик. То есть, папа? Нет? Нет. У меня вредная привычка есть, что я курю, и могу там после работы, как бы, вот, я вот не знаю как, вот, я выпиваю там бутылочку пива, да, вот меня вот тут... Она расслабляет, да? Расслабляет. Да. Это идет на пользу, вы мне скажите? Или не идет на пользу? Это там мне пусть лучше скажут. Может, чоловіка це й розслабляє, але дружину напружує. Хмель, он повышает уровень женских половых гормонов. Он действительно успокаивает мужчину. Вот. Но он успокаивает его не только выше плеч. Успокаивает и нижнюю часть тела тоже. Вот. Поэтому со временем, конечно, у жены будут к вам определенные претензии. Пиво – это продукт из мужских монастырей. То есть мужчины этим, в принципе, там помогали не смотреть на противоположный монастырь женский. Вот, они ограничивали себя этим. Досить балачок. Борис Качко приймається за свою звичайну лікарську справу. Что вас больше всего беспокоит? Усталость. Таблица, а давление, когда вы последний раз мерили? Ой, а я и не знаю. У меня точно прыгает оно туда. Ну, сейчас мы как раз померяем, посмотрим. 140 на 90. То есть фактически это вы сделали первый шаг в гипертоническую болезнь. А это самое, а кофе помогает? Вот кофе помогает еще больше повышать. Помогает первой стадии гипертонической болезни перейти во вторую. По-моему, доктор ничего. Ну, ему можно доверить. В принципе, можно доверить. А какой возраст у вас? 53 года. 53. А месячные давно закончились? Еще идут. Это хорошо. Вот. Женские гормоны просто берегут женские сосуды от атеросклероза, от холестерина. Вот эти пигментные пятна говорят о том, что у вас плохо работает печень. Давление мы быстро вам не снизим, но хотя бы печень полечим. Идемте поищем масло семян льна хотя бы. А у меня нет, у меня только хвост. Да я думаю, что, может быть, найдем. Это бывшее постное масло. Нужно выпить хотя бы чайную ложку. Это сбрасывает желчь и обеспечивает работу печени. Ну вот, постное масло. Да, ну чайную ложку. Да, и пьем как лекарство. Как лекарство? А что я буду его пить? Я в салате лучше. В салате люблю. Здорово, но так оно тоже работает. Так лучше работает. Прямо и пить? Да, прямо пьете, да. Не, вы серьезно? Абсолютно. Конеблейте. О, господи, да это же невкусно. Вы шо? Знаете, хотя бы хлебушек нужно закусить, потому что, ну, можно наиграть панкреатит, и мы с вами встретимся в хирургическом отделении в следующий раз. Водой нет. Только еда. Вот ты, господи. Ну все, тогда я побежала. Спасибо большое, доктор. Пожалуйста, до встречи. Олія із насіння льону очищує печінку та кишківник. Приймати два рази на день по столовій ложці перед їжею. Наступна жертва, чи то пацієнт, дід Микола. Трошки. А покажіть ноги. Це, ну, от від нас сосудиста сіточка, видите, вот. То есть это уже говорит о том, что фактически развивается облитерирующий эндотелит, а это очень, ну, неприятное осложнение табакокурения. Заканчивается все ампутацией верхней трети бедра. Видно. Борис Качко – ярый агитатор против курения. Бросай курить. А можно я сердце послушаю, легкие? Пожалуйста. То есть, что никотин там оставил, какие следы? Выступают легкие. То есть это фактически эмфизема легких. Это одно из осложнений табакокурения. Я смотрю, позвоночник у вас, поясничный отдел очень плохой. Ну, хотя бы валик подкладывать. Поки лікар обстежував старе покоління, молодше зголодніло. Принаймні, мама Іра так вважає. Садись, мама, тебе що-то дасть. Садись. Що мама тебе вкусненьке дасть?
Ай, вкусненькая, будем кушать борщик, Саша будет кушать. Как нет? Сыночка, ну надо покушать. Что за шума, драки нет? Ой, что вам можно только сказать? Ну, чудная еда, борщик, великолепно. А покушать-то надо? Ну да, конечно. Сыночка. А он к чему-то другому, может быть, привык? Ну, привык, не привык, но жидкое мы должны есть. Ну да, вы, может, даете ему перекусы, которых, если ребенок не ест это, перекусы нужно отменять. То есть конфетки, печеньки. А животик у кого будет болеть? Да, а горячий? То есть вы советуете, если ребенок не хочет кушать, его не заставлять или что? Попробуйте, может быть, взять его на руки, так накормить, может быть. Давай. Просто... понимаете, что вот как бы печеньку, да, он не против, а вот суп я не могу просто ребенка заставить. Ну, печенье тогда должно исчезнуть из сферы досягаемости ребенка, чтобы он не мог перебить себе этим аппетит. Рано или поздно он все равно кушать будет. Все равно же, он ел давно, он завтракал. А суп-то в обед все равно-то нужно покушать. Конечно, однозначно. Хотя бы жидко. Однозначно. И перекусов быть не должно. То есть как мне его заставить? Я не могу его заставить. Нужно постараться подсесть на режим, то есть ребенок должен кушать в фиксированное время. Тогда у него к этому времени будет вырабатываться самостоятельный аппетит, и он будет есть и будет с таким же наслаждением перебирать не только печенье и конфеты, но и есть тот же борщ. Если ребенок поел и после этого раздражение остается, то это говорит о том, что у него есть какая-то проблема в системе пищеварения. Чаще всего это дисбактериоз, какие-то паразиты, снижение иммунитета, то есть это разные варианты. Ну вот у него понос. Ну это одно из проявлений, это говорит о том, что пищеварительная система работает плохо. Ну давайте попробуем его посмотреть. Попереду нелегка задача обстежити Сашка, а він сьогодні не в гуморі. Ну да. О, два удовольствия в одном. Компьютер и, мягко выражаясь, нездоровые продукты. Если бы ты за компьютером сидела и ела морковку, это было бы значительно полезнее. Как у тебя, животик не болит? Нет? Сейчас не болит? А вообще? Иногда. А где больше? Давай посмотрим. Ой. О. Ну да. Казак, а разве у девочек можно забирать? Тебе тоже этого есть нельзя, да? А ну, покажи язычок. О, смотри, чудно обложенный язычок. Видите, то есть есть проблемы в системе пищеварения. А где животик больше болит у тебя? Показывай, вот здесь. Ну, это тонкий кишечник, обычно это наличие паразитов. А руки часто в рот сосешь? Ногти обрезаешь? Ну? Ручки обрезаешь. Ручки, да. Ой. Ну, это один из путей, скажем так, чтобы получить проблему. У нее есть синева под глазами, темные круги говорят о том, что она, скажем так, работает больше, чем отдыхает. А ребенку нужно больше отдыхать, чтобы расти. Слишком часто находится за компьютером. То есть вопрос, есть режим труда, есть отдыха. Так вот, режим труда у нее более интенсивен, чем она может восстанавливаться. То есть ребенок развивается не так, как он должен развиваться. Давайте посмотрим меньше. Давай. Опа! О, казак! О, какой животик! Смотри. О, животик поддут. То есть тут есть метеоризм, то есть то, что мы предполагали, то есть дисбактериоз как минимум есть, и могут быть паразиты. То кишечник раздражен, видите, он пытается защититься, вот, напрягаются мышцы. То есть это ребенок подсознательно подстраховывает себя. Есть очень простой народный рецепт, который мы можем спокойно сделать у вас на кухне. И какой? Вот. А морковка у вас есть? Есть. Значит, сделаем лекарство. Ирина.